Стас, ну что, детка, будем перевязочку делать? Вот, будем перевязку делать. Будем делать, девочки, перевязку. Вот так. Вот так. Девчонка у нас кусается, ей больно. Поэтому мы кусаемся. Да, мальчик? Я тихонько, детка. Да, мое солнышко. Тихо, моя девочка. Ну, не надо меня кусать, да. А, козявка, стой. Ну, я же смочила все. Давай еще смочим, давай. Моя маленькая, да. Давай еще смочим еще. Все, мы смочили, все хорошо, деточка моя. Просто у нас девочка очень нервная. Ой, еще бы, скажу, поллапы оттяпала машина. Ой, давай, детка, стой. Вот ты моя солнышко. Моя девочка маленькая. Так. Сейчас мы все это уберем. Размотаем. Все у нас хорошо. Все хорошо, все, ток идет хороший. У нас все оттакивается. Вот оно. Все, моя зайка. Вот так. Все будет хорошо. У нас ничего не прилипло, потому что лежит бронолиновая сеточка. У нас все хорошо. Просто ребенку страшно. Конечно, страшно. И больно. Больно, потому что пол лапы почти. Я сегодня темку открою и покажу фотографии. Там жуткие фотографии. Все, вот видишь. Адреналиновая сеточка, она хорошо предохраняет. И ничего у нас не прилипает. Все хорошо, все чисто. Все, маленький мой. Дай мама поднимет тебя. Сейчас сеточку уберем. Сеточку вот эту уберем. И все. Вот ее лапка с этой стороны. А вот так лапка выглядит изнутри. Вот так. Все. Здесь у нас еще все сочится и гноится. Но ничего. Более-менее. Страшно, конечно, вот здесь. Но ничего. Фалангу одну удалили. Малышки. Перевязочки сделаем сейчас. Все у нас будет хорошо. Садись, ребенок. Садись, моя детка. Садись, мое солнышко. Все. Все. Мы просто это видео сделали. Сейчас мы будем мазать, промывать. Вот, снимать второй раз я это не буду. Просто хотела показать, как выглядит рана. Так, и я надеюсь, у нас все будет хорошо. Все.